Здравствуйте, что у вас? Здравствуйте, доктор. У меня очень большая проблема. У меня что-то на лице и не проходит. Слушайте, а вы вчера не пользовались маской для лица Кокобас с экстрактом пихты? Пользовалась, а вы откуда знаете? Все дело в этом, она просрочена была. Уверены? Да, уверен. Точно, точно, в ней дело. Меня не уйдешь! Стой, гаденыш! Фух, приснится же такое! Фух, надо заканчивать всякую дурь по ночам читать.